12 августа день виниловой пластинки. А 15 августа день рождения Георгия Граняна. С Георгием Граняном вот у меня связано очень много воспоминаний, потому что мой папа работал на «Мелодии», я дружил с ним. И я часто ходил в студию, смотрел, как ансамбль «Мелодия» записывается. И даже с ансамблем «Мелодия» участвовал в записи пластинки одной. А другую пластинку, ну мы вспомним другую пластинку, в записи которой я не участвовал, но участвовал в ее подготовке. Это самая издаваемая в Советском Союзе в свое время пластинка. Более 4 миллионов тираж вышел пластинки «Али-Баба и 40 песен персидского базара». Верховский Никитин, Вениамин Борисович Смехов. Персия, 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 Персия. Персия, страна чудес, и снова Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай, если я родился здесь. Персия, Персия, страна чудес, и снова персидские горы, расписные горы, зеленый чай, здесь страны горы, здесь лечи не видали, пока. Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Персия, Персия, словно в раю, честное, честное слово даю. И снова Персия, Персия, фруктовый рай, весело, весело, не видово. Потому худой, он Мустафа такой меня безрукий, он потому худой. Нет, 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 ошибаешься, вот, 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 убеждаешься. Этот вот персидский простой народ очень много силы песням отдает, целый день поет он и танцует вот. Вот за что мы очень вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес, если я родился здесь, песней с песнею теряю весь. Персия, 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 мой папа.